Блокчейн внедряют в сферу государственных услуг Сеула. Дочернее отделение южнокорейского конгломерата Samsung Group займется разработкой плана информационной стратегии для инноваций в разработке блокчейн-решений для города Сеул. Согласно контракту о сотрудничестве между Samsung SDS и правительством Сеула, компания займется интеграцией технологии блокчейн в работу муниципальных органов для обеспечения прозрачности деятельности государственных органов и организаций. Планируется, что уже к 2022 году новые технологии будут внедрены в сфере муниципального управления, благотворительности, общественного транспорта и обеспечения безопасности.